как бы так все собрать в кучку. Всем доброго времени суток. В этот раз мы не будем с вами говорить ни о каких модах, ни о каких дрипках, ни баков, вообще никаких девайсах. В этот раз я хочу с вами поговорить о том, что происходит на Ютубе в последнее время. Я знаю то, что и так многие из вас в курсе о том, что сейчас Ютуб немножечко бушует. Он много различных каналов блокирует, много каких-то роликов ограничивает в монетизации. Я уже у себя на стриме объясняла, что для любого блогера означает монетизация. Для нас, для русских блогеров, это не означает, что мы можем на ролике зарабатывать. Это означает, что наши ролики будут выдаваться вам справа в рекомендациях, когда вы что-то смотрите. То есть это просто для нас возможность попасться вам на глаза. Больше никакого, в принципе, толку от этого нет. И хотелось бы немножечко поговорить именно об этом, потому что сейчас все больше и больше знакомых мне людей попадают под эту атаку Ютуба. Вспомнить мой случай, который произошел недавно, это было вот в сентябре. Я знаю то, что не все в курсе, поэтому еще раз скажу, мой канал блокировали почти на месяц. И все, что я пыталась сделать, в принципе, ни к чему не привело. Мне помогли другие люди для того, чтобы его разблокировать, и просто огромнейшее им за это спасибо. Сейчас я вкратце расскажу, как это было у меня. Мой канал на тот момент имел всего лишь 10 тысяч подписчиков. Это на самом деле, с точки зрения Ютуба, очень мало. То есть, по-хорошему, никакая даже партнерка, в принципе, на тебя обращать внимания не будет. Ну, потому что, а что с тебя толку, там всего 10 тысяч, а Ютубу, в принципе, не до этого. Ютубу пофигу, сколько у тебя подписчиков, серьезно. У них просто и так постоянно куча сообщений, куча всего, и они обычно не рассматривают. К тому же, честно вам скажу, живых людей в Гугле работает мало. Очень многое осуществляет машина. Несколько разных роботов, разных программ, разных команд, которые за людей решают определенные действия. Какие-то машины блокируют каналы, какие-то рассылают там письма о том, что вот у вас жалобы на то-то, то-то и то-то. Иногда даже бывает, что эти машины не согласованно между собой работают. Допустим, как это тоже было у меня. У меня сначала заблокировали канал, а потом только мне пришли сообщения о том, что вот у вас жалобы на то-то и то-то ролик и, так, и там такие-то жалобы. Причем в последнее время YouTube даже перестал толком объясняться, в чем именно суть проблемы, почему же ваш ролик не подходит самому Ютубу или каким-то там рекламодателям. Сейчас просто вам приходит сообщение, в котором размазано, написано что-то из разряда: ну, вы либо нарушаете правила Ютуба, либо правила общества, и все. Кликаешь на подробнее, и ничего не понимаешь. Потому что максимум, что ты можешь увидеть, это огромнейший список правил, которые также абстрактно и размазанно написаны, и нигде нет уточнения, что именно из этого ты нарушил. Тебе вообще непонятно. К тому же, замечалась такая ситуация, выкладываешь два совершенно одинаковых ролика, там, с периодом в одну минуту, и один ограничивает по монетизации, а второй нет. Почему? Непонятно. Какая-то машина, смотря этот ролик, определяет, что в этом ролике что-то есть, ну вот, не подлежащее, там, угрожающее человеческой психике или еще чему-нибудь, не знаю. А при этом точно такой же второй ролик она почему-то вот не считает таким. Непонятно, серьезно непонятно. А уж если учитывать то, что это делает не человек, а именно программа, именно робот, разные могут быть сбои. Все-таки чем сложнее механизм, тем больше в нем может быть проблем. И в данном случае происходит именно это. То есть один ролик у нас лишается монетизации, а другой, да нет, тут все замечательно, тут все нормально. Хотя, по сути, это два одинаковых ролика. Насколько я знаю, раньше эти ситуации тоже происходили, но гораздо реже. А сейчас они гораздо чаще. Все больше и больше среди моих знакомых люди сталкиваются с такой проблемой. Все больше вейперов и нас вообще, и ютубщиков, которые делают для вас обзоры на различные девайсы, получают себе по голове за то, что вот мы стараемся для вас делать. И несмотря на то, что есть некая партнерка, которая, кстати, есть не у всех, но у большинства из нас все-таки есть партнерка, никто нам не помогает справляться с этими проблемами. У меня, когда был заблокирован канал, мне партнерка не помогла от слова совсем. В принципе, мои сообщения изначально даже не читались.
Я не понимаю, почему. Такое впечатление, как будто там просто всем вот работать не хочется, вот лишь бы деньги получать в конце месяца, и все. А когда все-таки мне начали отвечать, и то за это спасибо только Махоуну, который... Не, вот, многие его очень не любят, да, но это единственный человек, который прям сразу же прям среагировал, прям быстрее даже самого лорда Джорджа, который сделал ролик, быстрее всех среагировал именно Махоун, и он пошел сам через своих знакомых общаться с самой Юлой и говорить им: алло, вы там что, вообще что ли совсем, короче, да, вот не отвечаете ночи. Вот, если бы он этого не сделал, то вообще бы ничего не двигалось. А когда начало двигаться, поведение ребят, которые работают в партнерке Юла, вообще очень странное. Они вроде бы тебе отвечают, но очень абстрактные фразы из серии: да-да, конечно, мы разберемся, вот анкету заполните. А анкета стандартная, ютубовская, когда вас заблокировали, и вы хотите как-то это опровергнуть. Так дело в том, что я ее заполнила сразу же, как только меня заблокировали. Ну, прям, ну реально, в течение там минут 10, как мне пришло письмо о том, что, извините, ваш канал заблокирован, я все везде, все, что возможно, вообще все сделала. Все, что я могла сделать, я сделала вообще все. Все там анкеты заполнила, все пунктики везде. Вот просто я написала везде, где только возможно. И последние, кто у меня оставались, и какой-то надежды на помощь, это, естественно, сама партнерка. Но как раз-таки в партнерке работают живые люди, и это бывают разные люди, и у них бывает плохое настроение. И либо это какие-то странные люди, и ты, получается, пытаешься с ними как бы говорить, и вроде бы говоришь с ними нормально, но что-то как-то вот человек сегодня не с той ноги встал, поэтому иди-ка ты нафиг. Ну, не прямым, конечно, текстом, я просто очень образно говорю о том, что тебе нифига никто не помогает. Следующий человек какой-то появляется, он отвечает тебе такие же абстрактные фразы, и рано или поздно, короче, ты понимаешь, что от партнерки тебе ждать нечего. Честно сказать, я даже уже и не надеялась, что мой канал разблокируют, но есть такое правило у Ютуба, что если ничего вообще не делать, ничего нигде не писать, и вообще неважно, какой у вас контент на канале, если просто опустить руки, то через полгода ваш канал автоматически разблокируется. Я даже уже думала надеяться именно на это. Ну, просто опустить руки и так, ну ладно, через полгода, так через полгода. Как раз в тот момент я решила создать второй канал. Ну, потому что, ну, не пропадать же на полгода, сами подумайте. Если вы какой-то не очень известный человек на Ютубе, и тут вас еще и полгода никто нигде не видел, да это же можно сказать, что вы с чистого листа потом начинаете. А это не очень здорово, потому что ты... Ну, как минимум год старался над своим вот каким-то творчеством. Я хоть и на YouTube пришла не сразу, но все-таки в вейпинге я подольше, чем вот у меня существует канал. И поэтому, когда ты кропотливо так вот потихонечку, маленькими шагами, что-то где-то там сделаешь, здесь продумаешь, и вот у тебя хоп-канал, и ты потом над ним работаешь, работаешь, радуешься каждому подписчику, и тут бах, у тебя все это закрывается. Ребят, это честно все равно, что вот вы изо дня в день таскали по кирпичику, смазывали вот так вот все это цементом и все вот строили дом. А потом один раз так вот просыпаетесь, а он просто вдребезги. Вдребезги абсолютно. Без возможности даже восстановить. У вас настолько опускаются руки. А это был дом вашей вот какой-то мечты. Это было вашей целью построить этот дом. И, не знаю, подарить детям. И тут ты просыпаешься, и дома нет. Все, что ты делал, все вот это время, все твои старания, боль в спине, которая у тебя от того, что ты таскаешь эти кирпичи, все эти слезы, когда ты режешься чем-то, вот это вот очень глубоко, вот это вот, это все было просто зря. Это правда очень тяжело обзорщику потерять свой канал. В принципе, не только обзорщику, в принципе, любому ютуберу потерять свой канал очень тяжело. Если это, конечно, не дико какой-то популярный человек по типу Ивангая, мне кажется, что если этот человек потеряет свой канал, он такой: я сейчас новый создам, в секунду первый же миллион подпишется. Вообще просто не думая даже. А когда ты такой вот обычный человек, который просто старается что-то делать для людей, а потом просыпается и все, что ты делал полтора года, оно все в мусорке, смятое вот так вот просто. Там еще похаркались, не знаю, и выбросили все это. И даже неизвестно, восстановит тебе это или нет. Это, ребят, правда, очень тяжело. Я это по себе знаю. Пусть я работала всего год, и у меня немного, на самом деле, подписчиков, но... Мои подписчики, они стали мне семьей, какой-то своеобразной семьей. И ребята, которых я как будто чувствую за собой, за которых я чувствую ответственность, за которых я чувствую вот
вот это вот желание как-то их слегка оберегать. Вот это вот то самое чувство, которое, наверное, есть у любого, у человека, у которого есть свой канал, это мои подписчики самые лучшие. Вот, вот это вот чувство, оно появляется, и все. И ты ради них стараешься вперед вот что-то делать, а потом бах, и это все отбирают. Вот это вот правда очень тяжело. Ну, не знаю, насколько вы можете это представить. Я понимаю то, что, скорее всего, сейчас в комментариях пойдет что-то из разряда: да ну, это все туфта, бла-бла-бла-бла, это все не так, как бы вы слишком преувеличиваете. Нет, ребят, мы не преувеличиваем, правда. Это большая часть нашей жизни. Это наша и работа, и хобби, и при этом любимое занятие вот для души одновременно. Когда ты вкладываешь часть себя, когда ты ради этого не спишь, когда ты ради этого слишком долго... читаешь какие-нибудь статьи, книги, еще что-то, просто изучая все это для того, чтобы принести это вам, просто для того, чтобы вы посмотрели этот ролик в несколько минут, по нескольку дней, вплоть до того, что поесть некогда. И ты просто вот отдаешь это вам, и потом это уничтожается, это слишком тяжело. Настолько, что я прям по себе помню, у меня первое время был просто шок, то есть я не могла поверить. Ну, обычному человеку, да, слегка может быть в каком-то плане проще. То есть у него дом-работа, работа-дом, какое-то свое занятие, хобби, там еще что-нибудь, туда съезди, там помоги, там. А есть еще такое время, которое называется сон. Так вот, у ребят, которые вообще поддерживают какое-либо подобное занятие, неважно, YouTube-канал это или еще какая-то своя, цель, или даже тот же дом, который они строят для своих детей, это именно то, на что ты тратишь те часы, которые по-хорошему ты мог бы потратить на себя. Но ты этого не делаешь. Не делаешь, потому что ты хочешь что-то подарить другим. И вот когда это сжигают как будто... сжигают тебя. Вот, вот есть такое ощущение. И в связи с тем, что именно сейчас происходит на Ютубе, все больше моих знакомых, как я уже говорила, попадается под эту гребенку. И я читала различные жалобы на Ютубе сейчас. Под такую атаку попадают каналы, у которых по 400 тысяч подписчиков и по 100 подписчиков. Не 100 тысяч, а 100 подписчиков. 3 тысячи, 200 тысяч, просто неважно. Просто приходит YouTube и блокирует тебя. Все, и ты ничего не можешь сделать. Ты можешь только написать им и ждать, когда ты там где-то в очереди им наконец-то попадешься на глаза вообще. И то не факт вообще, что в принципе попадешься, может быть, так и до тебя и не доберутся, и ты разблокируешься только через полгода. Конечно, если есть знакомые, если есть партнерка, если есть какие-то связи, все это делается немножечко полегче. То есть у тебя больше шансов победить в этом сложном бою. На самом деле, если бы не Махоун, если бы не Батарейкин, если бы не Москит, у меня бы не было сейчас этого канала, на котором мы сейчас с вами находимся. Потому что Махоун помог все это пинать и двигать, потому что иначе бы партнерка вообще не двигалась. Батарейкин, он снял замечательный ролик, который осведомил всех остальных, и все стали сразу в курсе. Вот, и пошло какое-то движение еще со сторон... именно людей, именно вас. А Москит, если бы не пришел, он просто в такой же партнерке, как у меня. Я, если честно, как только у меня срок закончится, я уйду из этой партнерки совсем, потому что это отвратительное поведение. Если бы Москит не пришел к ним, ну как пришел, в смысле написал. Если бы Москит сам не написал этим ребятам из Юлы: вы что там охренели совсем вообще, извините мне мой французский. Вот, и честно не пригрозил бы тем, что если вы не поможете, то нафиг такая партнерка нужна, я отсюда ухожу. Вот. Скорее всего, меня бы вообще не разблокировали, и мы с вами бы так и сидели эти полгода, ждали, когда меня наконец разблокируют. Но, к счастью, все сложилось гораздо лучше. И за это именно огромнейшее спасибо именно этим людям, которые помогли начать всему этому двигаться. Еще раньше обо мне упомянули, когда меня заблокировали, Viva La Cloud в своем ролике, когда тоже пытались объяснить, что происходит с Ютубом. Привели в пример именно мой канал, потому что тогда это было очень актуально, это было прям
да, именно мой канал почему-то попал вот под это, да, именно под этот удар. Также Юркин давал на меня ссылку в конце своих роликов, то есть чтобы на меня подписывались на мой новый канал. В принципе, люди зашевелились, стали что-то говорить, и я знаю, что вы знаете этих ребят. Это канал Vape31. Они тоже сняли очень хороший ролик, очень душевный, теплый, трогательный, как обращение к своим подписчикам и, в принципе, к тем людям, которые вот просто зашли, заглянули к ним на канал, где рассказали мою ситуацию и попросили честно, по-доброму, попросили поддержать меня и подписаться на второй канал, который у меня был тогда временно создан. Очень хорошо, что он в итоге так и не пригодился, но это большой показатель того, насколько же вы все-таки все отзывчивые и хорошие люди, то, что есть еще в этом мире что-то светлое. И именно с этими ребятами теперь произошла ситуация практически такая же, как у меня. Но им еще и не пришли сообщения о том, а на какие ролики-то жалоба вообще? А в чем проблема? А вообще какая причина? Им просто пришло письмо о том, что «Здравствуйте, вашего канала больше нет, вас заблокировали», и все, и фигушки. Представляете, так вот проснуться утром, и все. И полтора года вашей работы куда-то исчезла. Просто совсем. И не факт, что вернется. Я знаю, что много людей и среди моих зрителей знают этих ребят, поэтому будьте в курсе, пожалуйста. Их основной канал тоже попал вот под этот вот удар от Ютуба. Теперь им тоже точно так же плохо, как и было мне. И я не знаю, честно, я не знаю, получится ли что-то сделать такое, чтобы их канал разблокировали раньше, чем через полгода. Поможет ли хоть что-то сделать это? Сейчас это неизвестно. Ребята обратились везде, кто только, где только возможно. Написали всем, кому только возможно. И все, что нам остается, это просто ждать результата, что из этого получится. Пока что ждем. У ребят есть свой лайв-канал, на который буквально с понедельника они будут заливать те самые ролики, которые вы больше всего смотрели. То есть самые высокопросматриваемые ролики будут продублированы на этот Vape31 лайв-канал. Там вы сможете их снова посмотреть, если вам вот интересно. Ну, плюс, может быть, они будут в поиске наконец-таки выдаваться. Потому что сейчас из-за того, что канал заблокирован, даже если вы будете пытаться искать контент, связанный с ними, вся информация стерта вообще из Ютуба. Нет таких ребят, вот, только вот их лайв-канал. Все свои последующие обзоры ребята тоже будут заливать именно на этот канал. Именно пока неизвестно, что будет происходить с их основным каналом. Ждать ли его вообще, или не ждать, или если ждать, то когда. Так что пока что ребята будут жить именно на этом канале. Я ссылку оставлю обязательно и в описании, и в кнопочке, и вот здесь вот на экране, чтобы вы, если вам интересно, то перешли, подписались и поддержали ребят. Я не настаиваю, я просто знаю то, что есть любители этих замечательных товарищей. И если вы еще не в курсе, не теряйте их. Они здесь, они живые. Вот по кнопочке, вот перейди по ссылке, и ты снова их увидишь. Также был вариант перейти на их основной канал, который вот сейчас заблокирован, и оставить там отзыв. То есть, когда мы переходим на саму ссылочку канала, у нас справа наш значок аватарки, мы на нее кликаем, вот там внизу есть такая надпись «Оставить отзыв». И можно оставить отзыв о том, что вот, типа, нравился канал, вот весь этот бан – это сплошная ошибка, разблокируйте, пожалуйста. Да, с одной стороны, это, конечно, хорошая идея, но что-то мне подсказывает, что раз уж, в принципе, физических лиц мало в Гугле, тем более русскоязычных, никто, к черту, эти отзывы вообще читать не будет. К тому же, мне кажется, что это, наоборот, лишнее привлечение внимания. То есть, канал заблокировали, и тут еще и активность в его сторону повысилась. Это немножко, наверное, странно. Я не знаю, честно, я не знаю, как именно это работает на Ютубе, но что-то мне подсказывает, что всем безразлично на все эти отзывы. Зато всем не безразлично на циферку просмотров и подписчиков. Это правда. Особенно это очень помогает ребятам на выставках. Это правда. Потому что когда ты приходишь к какому-нибудь человеку, представляющему какую-нибудь компанию, и показываешь свой канал, если у тебя там 400 человек, вряд ли тебе что-то дадут на обзор. А новинки сейчас довольно дорогие, так что как-то так вот и приходится жить. Поэтому оставлять отзыв или нет, это чисто ваше желание, я на всякий случай ссылку оставлю. Но я сама
не вижу в этом толком смысла. Мне кажется, что никто не будет на них обращать внимание. Но ссылка на их лайв-канал, на который они будут выкладывать ролики и на который будут выкладывать свои новые обзоры, вот ее я обязательно оставлю в самом верху, чтобы вы по ней переходили и не теряли наших дорогих доброго дядьку и Толича. Все будет в них обязательно хорошо. Я в них верю. Ребят, не сдавайтесь. Я знаю, это тяжело, но не сдавайтесь. Вы сможете. Уж я смогла, и вы сможете. К тому же у вас подписчиков немало. Правда, немало. Больше 30 тысяч — это на самом деле немало уже. Тем более для вейп-обзорщика. У вас все получится. У вас есть большая поддержка со стороны ваших же подписчиков. Некий процент людей, которые действительно вас ценят и уважают. И поэтому не опускайте рук. Вам есть ради чего стараться и ради чего стремиться. У вас все получится, все вернут. И мы верим, мы ждем. И правда, не опускайте руки. Выпускать руки — это вот совсем... уже. Вот это делать не надо. А то я приду и покусаю вас. А вот это вот нехорошо. Вы будете превращаться в ночку. Это вот... будет много ночек. Хотя нет, это здорово. В общем, я держу за вас кулачки, ребят. Я понимаю, что это тяжело, но надо держаться. Все мы справимся, все мы сможем. И давайте не бросать друг друга и поддерживать. Все будет замечательно. В принципе, все, что я хотела сказать, я сказала. Да, на Ютубе сейчас проблемы, не удивляйтесь различным страйкам, различным каким-то заблокированным роликам и прочим по непонятной причине. Сейчас, правда, Ютуб бушует, не удивляйтесь и не пугайтесь. Возможно, что вскоре всем нам опять будут давать по головам, поэтому если вы вдруг где-то пропали, следите за нашими группами ВКонтакте, если вам кто-то интересен. Там-то точно мы всегда будем на связи. Что ж, вроде бы все. Большое вам спасибо за то, что посмотрели этот длинный, нудный ролик, в котором я ни разу не сказала ни про какой девайс, а хотя вообще-то у меня вейп-канал. Любви и навала вам, держитесь друг за друга, берегите друг друга, не болейте, не раскисайте и не опускайте рук. Всего вам хорошего, пока-пока.